Зеленая коробка – итог участия и работы студентов нашего университета на зимней школе благотворительного фонда «Потанина». За время пребывания в Сочи Булат, Юлия и Эльвира смогли не только создать действительно интересный, оригинальный проект, но и достойно его презентовать. Результат налицо. 5 дней мы готовились упорно, создавали проект, развивали его. И в конце концов, в последний день зимней школы мы провели презентацию, и уже по ее результатам мы стали победителями. Только для производства бумаги в мире ежегодно вырубают более 125 миллионов деревьев. Цифра не катастрофическая, если за эту проблему взяться всем миром. Один из способов ее решения – проект студентов Казанского федерального. Гринбоксеры, так теперь называют себя ребята, видят выход в развитие экологической культуры молодежи и повышение интереса студентов к проблемам экологии. Мы хотим просто донести до каждого, что именно от него зависит его будущее и то, каким будет его мир. Это живописная природа или серые стены. Пока проект ребят существует лишь на бумаге, но уже в эти дни заключается договор между университетом и фондом. И уже совсем скоро гринбоксеры приступят к реализации своих идей. Мы хотим организовать проведение акций, приуроченных 8 марта для хорошенькой фигуры «Собирай макулатуру» и 1 мая «Мир, труд, май, макулатуру, собирай». Экологический проект «Зеленая коробка» пока еще довольно молод. Мы решили подать пример всему студенчеству и дать старт сбору макулатуры в Казанском федеральном. Успехов в ваших начинаниях, ребята! Спасибо. Спасибо вам. Спасибо. Александр Александров, Руслан Юсупов. Специально для Универньюз.